Жители Севастопольского ТСН «Омега-2» удивлены изменившейся планировкой территории. Небольшой, но очень удобный грунтовый проезд за участком под номером 54 стал тупиковым. Неизвестные лица установили глухой забор, тем самым лишив возможности прохода и проезда здесь для частного транспорта и автомобилей специальных служб. Захватили проезд, это ж, я даже не знаю, как. Если, не дай бог, что случится, потом, как всегда, долго будут искать виноватых. А почему, а как? А почему машина не приехала? Почему скорая, пожарная или еще там? Участники товарищества собственников недвижимости подозревают в установке забора владельца соседнего с ним участка. Мол, таким образом мужчина просто увеличил площадь своего землевладения. Их доводы подтверждает кадастровая карта Севастополя. Участок, сформированный в этом месте, никак не пересекает проезд. Однако в реальности территория полностью огорожена и увеличена за счет примыкающей дороги. К слову, на звонок журналистов нашего телеканала собственник земли не ответил. Участники товарищества обратились в городское правительство с просьбой разобраться с самоуправством в отношении проезда на городской земле. Из департамента городского хозяйства Швецов Дмитрий приехал, Дмитрий Иванович приехал и посмотрел на эти ворота и говорит: найдите мне собственника, и мы его обязуем убрать эти ворота. Я говорю, я не могу найти собственника, так как они не признаются. Вот найдите. А я говорю, хотел сам снять эти ворота, но мне рабочие выставили 10 тысяч за демонтаж. А он говорит, если мы выставим счет, то в 4 раза будет дороже. После общения с представителем горхоза севастопольцы составили обращение на имя Михаила Развожаева. Редакция телеканала НТС также направит официальный запрос в департамент городского хозяйства с просьбой прокомментировать самовольный захват городской земли, а также рассказать, когда в отношении нелегального забора будут приняты конкретные меры. Николай Кузнецов, Александр Устич, Севинформбюро.